Дома на воде, бани на дровах, беседки в лесу и на берегу пруда. База отдыха «Азамат», расположенная в Цивильском районе, предлагает отдых для души и тела. Обустроенные места для летнего и зимнего отдыха смогут оценить любители природы и уединения. Подробнее об этом прямо сейчас, а я прощаюсь с вами. До завтра. База отдыха «Азамат» – это живописное место, где можно подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. Здесь много вариантов как для летнего, так и зимнего отдыха. Открытые беседки с обустроенными местами для приготовления шашлыка, оборудованные места для купания и даже вышка для прыжков в воду. База отдыха находится на берегу пруда, где можно искупаться, попариться в бане, которая находится прямо на воде, и попробовать поймать рыбу. В распоряжении базы «Азамат» 18 гектаров водной глади и 4 гектара смешанного леса. Все места отдыха расположены так, чтобы отдыхающие не мешали друг другу. Бани расположены так, чтобы прямо из парилки окунуться в пруд. Рядом с банями крытые и теплые беседки. Желающим провести на базе отдыха ночь предоставляется в аренду дом, рассчитанный на 10-12 человек. Беседка при нем может вместить до 30 человек. Ребята, ну вообще классно. И вода тут, да, и деревья, и скворцы вон как здорово поют. Вообще все классно. Есть беседки, беседки с электричеством. Я вообще удивлен, что вдали от города тут электричество вообще. Баньки. Ну, в общем, все достаточно, инфраструктура такая развитая, что, ну, приятно, вообще не напрягаешься. И самое главное то, что сейчас пожароопасный период, а нигде это не разрешается, а тут все хорошо, все классно. Ну, вообще, отдых супер. Вот, мы здесь первый раз, рекомендуем. На базе отдыха «Азамат» проводятся свадьбы, выпускные вечера, фестиваль «Рыбак рыбака», «Масленица» и другие яркие события. Здесь каждый найдет отдых по душе.